Эта братская могила хранит останки тех, кто не воевал, но ехал на фронт, чтобы положить свою жизнь на алтарь победы. Трагическая случайность, непереведенная стрелка и в эшелон с 18-летними снайперами прямо посередине состава врезается маневренный паровоз. 50 погибших, 38 раненых. Погибло 50 человек, а вот те ребята, кто остался живых, они пережили вот весь этот ужас. Через несколько часов это была восстановлена вот эта дорога, и они дальше поехали на фронт. В 1943 году погибших похоронили здесь, безымянными. В 1960-м братскую могилу обнаружили ученики 65-й школы. Вместе с руководством школы и при помощи поддержки депутата Олега Димова установили мемориал. Школьному клубу «Поиск» удалось установить все имена погибших. Сменяя друг друга, поколения хранят о них память. И каждый год, стоя здесь, ученики чувствуют ответственность. Я очень волнуюсь и надеюсь, что нас все слышат, мертвые вас. И я хочу, чтобы все люди задумались об этом и тоже чтили эту память. Желаю всем, особенно ветеранам, труженикам тыла, только одного крепкого-крепкого здоровья, чтобы еще долгие годы смогли быть в строю, учить нас уму-разуму, подсказывать. И самое главное, чтобы они могли быть живым воплощением того патриотического воспитания, которое сегодня они в себе несут. Мертвым же остается память. Живым – радость бесценного мирного неба. Инна Маркелова, Роман Боричев. Новости дня.